مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج لحظة في الذاكرة. ويسرني أن أستضيف في هذه الحلقة من جديد البروفيسور سيرجي سافيليف. سيرجي شتار، здравствуйте. Здравствуйте. Вы пишете, поскольку речь идет о самом главном переносе генома в следующее поколение, результат делаемого большинством невест выбора вполне предсказуем. Немного помучившись, гордая невеста использует лимбическую логику и врожденные формы поведения наших далеких предков. Ее выбор будет чаще всего определяться биологическим преимуществом конкретного избранника. Она инстинктивно влюбляется перспективу безбедного существования своего и своих детей. То есть те люди, я так понимаю, то есть те мужчины, которые обвиняют женщин в меркантилизме и в потребительском отношении, это просто те мужчины, которые сами, может быть, не способны предоставить все это женщине, таким образом оправдывают ее меркантилизмом, оправдывают свою ненадобность и свою невостребованность. Ну, скажем так, свою социальную ущербность с точки зрения женщины они оправдывают вот этим, что, мол, где у нее маловато гуманизма, маловато высоких чувств и прочего, и прочего. Это такой всегдашний удел проигравших бабуинов. Но вот это известно. Именно так себя ведут даже оливковые бабуины в стае где-нибудь в Африке, когда они там начинают злиться на самца, на самку, которые победили. Но это всегда, это даже у низших приматов есть. Дело-то в том, что это действительно так. И женский мозг устроен таким образом, поскольку, мы говорили, лобные области нужны в основном, чтобы делиться с пищей с потомками, они заточены на решение репродуктивных задач, они совершенно искренне будут с большей силой любить молодого человека, который ездит не на «Жигулях», а на «Мерседесе». И у нее чувства будут совершенно искренние. Это не меркантилизм. Она просто думает о том, как она перенесет свой геном в следующее поколение. То есть она думать-то не думает, а ведет себя в соответствии с теми инстинктивно-гормональными установками, которые отрабатывались миллионами лет эволюции. Однако само проявление душевных мук, вы пишете, невесты, значит, само появление душевных мук невесты, убегающей к более состоятельному и перспективному жениху, уже очень примечательно. Это чудесный признак появления следов сопротивления коры больших полушарий эволюционному торжеству половых гормонов. Вот да. Женщине-то это зачем? Зачем ей нужно вот это торжество полушарий, да, больших полушарий? Ей зачем это нужно? Ну, по очень простой причине. Как раз женский мозг, говорят, они там инстинктивно гормональны. Нет, а большой-то мозг у них есть, полушария-то есть, есть борозды сильные есть. Да. Ну, как она им пользуется? Она им пользуется для сложного сравнения, для оценки. То есть она использует кору, да, но только в качестве инструмента работы лимбической системы. То есть, получается, кора-то работает интенсивно. Если померить, в этот момент там будет бешеная активность, огромный кровоток. Между, условно говоря, как сейчас принято говорить, сердцем и головой, вот в этом... Ну да, конечно, сердцем – это гормональный самец, биохимическая, имеется в виду сердцем – это лимбическая система. То есть гормональный самец хорошо понравившийся, мускулистый, здоровый, может быть слабый наркоман даже там, да. Но при этом это, значит, такой атлет типа молодого Шварценеггера и прочее, прочее, тут все понятно. И про штаны, что у него в штанах все в порядке, и с активностью в порядке такой. То есть биологически очень интересный самец. Или даже с какими-то творческими началами, неразделенные окружающим, тоже вариант. Или религиозными тоже бывает. Но рассудочная часть, она говорит, что нужно выбрать лучше маленького, плешивого и богатого, чем большого, мускулистого и красивого. Почему? Потому что вопрос оценки перспективы. А для этого нужна кора. Да, вот вы приводите интересный тоже пример по поводу того, что те стереотипы, что мужчины любят глазами, а женщины ушами, это вполне себе оправдано с точки зрения нейробиологии. Конечно. Это вполне доказуемо. Конечно. Да? Объясните, пожалуйста, каким образом, например, каким-нибудь интересным. Ну, пожалуйста, если мы посмотрим одно из богатейших государств в Юго-Восточной Азии, и его шефа, который сейчас уже состарился, я не буду называть эту страну, потому что там единоначалие. Но он регулярно, когда он был еще активен в половом плане, он туда завозил, как мы знаем все, что широко
публиковалось целые, скажем так, роты длинноногих красавиц с подиумов Европы с целью потестировать их на сексуальную пригодность. Вот. Интересно, почему он это делал? Почему бы он не взял каких-нибудь маленьких, толстеньких, кривоногих, с лохматыми конечностями? Нет, ведь он почему-то его не тянуло, наш образ шимпанзе. Но дело в том, что осознанная такая реакция у нас возникла всего несколько десятков тысяч лет назад. А вот инстинктивное о том, что самка лохматая, хорошая диким волосом, значит, хорошо питается, вот это у нас уже 40 миллионов лет, а против этого очень трудно спорить. Например, длинные конечности. Это доминантность такая. Нет, нет, это, нет, но это один из признаков, то, что она тоже может позволить себе выкармливать детеныша. Это тоже ложится. Это инстинктив, решение инстинктивно. Почему нужно, чтобы длинные там ножки торчали из-под этой самой шубы мехом на выворот? Для чего? Потому что у всех обезьян, давным-давно это известно, созревание самки обозначает удлинение голени. Поэтому женщины одевают такие туфли на таких подставочках, на каблуках. Для чего? Для того, чтобы показать, что у них голень очень длинная, значит, она сексуально очень готова. У обезьян это просто самцы. Шимпанзе просто смотрят на ножки самок. Психологи некоторые говорили, что женщина как бы хочет, ну, достичь мужчины, у нее как бы ущербность такая. Да, это у психологов вечная ущербность. Женя, там есть механизм простой, инстинктивный. И мужчины, не понимая того, что женщина одела каблуки, что если каблуков ее согнать, то это будет ужас-ужас. Ну, вот. Они просто воспринимают это как сигнал репродуктивный. Просто в этом возникает привлекательность, причем инстинктивный, не понимая. Значит, женские центры полового интереса ассоциированы с одним из таламических ядер промежуточного мозга, что означает большую роль слуховой системы. Женщины при прочих равных условиях предпочтут контакты с немногословным обладателем низкого и уверенного голоса. На выбор артистов для кино часто влияет именно это качество, а не внешний вид. Мужские сексуальные пристрастия определяются преимущественно комплексов центров мозга, начинающихся с субарахиазматического ядра, субарахиазматического, да, расположенного рядом со зрительными нервами и трактами. Именно эта мужская особенность у женщины слуховое, а у мужчины зрительное впечатления инстинктивно запускают работу нескольких центров мозга, что заканчивается гипоталамической стимуляцией и выработкой половых гормонов. Я перевожу на русский, а потом и на арабский язык, значит, соответственно. Да. Вы нам облегчите задачу. Да, значит, в чем дело? Значит, когда мы говорим, что мужчины любят глазами, то там действительно реальная есть разница в строении мозга. Приходят зрительные сигналы в первичные зрительные центры. То есть, и от них ответвляются много волокон, уходящих в тот центр, который передает сигнал полового узнавания. И сразу в ответ вырабатываются половые гормоны. Увидел там зимой шубку, длинные ножки торчат на вот любовь таких каблуках. Не любовь, а совсем другое. Эрекция с первого взгляда. В общем, эрекция с первого взгляда. Это называется, в чем дело? Тут же выбрасываются половые гормоны, то есть через это ядро приходит головы. А у женщин немножко не так. Женщины тоже воспринимают глазами, но у них очень серьезные связи слуховой системы. Там много ядер, много центров. Но соль такая, что очень много ответвлений слуховой системы как раз в те центры, которые тоже запускают выработку половых гормонов. Это давно проведены исследования. Да, конечно, основной же способ мужчины завладеть женщиной – это потакать ее иллюзиям. Это и все. Вы просто поддерживаете то, вы понимаете, набор у женщин иллюзий очень ограничен. Если вы их знаете, то вы очень легко начинаете поддерживать, потому что эти иллюзии... То есть то, что мемы называются. Дальше вы делаете, что хотите. То есть это примитивные очень все вещи. К сожалению, молодые девочки, их никто этому не учит, они все попадаются на одно и то же. Вот. Ну, так устроен мир. Да. Просто поскольку женское все-таки поведение направлено на репродуктивный успех, они этому придают огромное значение. И очень легко попадаются на пещерные шуточки. Угу. Поэтому, как бы, да, исходим из обещал, не значит, женился. Да, 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 да. По поводу женского и мужского, потому что я хочу это увязать с тем, что вы говорили про церебральный сортинг, и потом как-то по тому, как можно выбрать, условно говоря, для определенного человека с определенными расположенностями одну определенную профессию. Мне очень важно, например, вот вы знаете, что статистика ужасная и становится все хуже по поводу разводов.
по поводу количества разводов, да, конечно. И что семьи не сохраняют, ну, потому что отчасти, конечно, потому что женщина стала более эмансипирована, больше получила свободу и так далее, в ее руках уже стало тоже решение, не как раньше в традиционалистском обществе, но тем не менее. Вот по поводу, узнали, вот, интересно, по поводу того, что у каких-то там полевок, они вот моногамы, они вот с первого взгляда влюбляются, и вот любовь до гроба. И стали выяснять, увидели, что есть такие определенные рецепторы, D1 и D2, вот допаминовые рецепторы, да, там есть еще D4 и так далее, и что блокировка или активация тех или иных рецепторов способствует тому, что эти же полевки, они могут быть, ну, абсолютно не моногамны, или наоборот, даже без, до первого полового опыта там со своей возлюбленной начинается уже вот эта любовь. Как вам кажется, дальше, с дальнейшим изучением мозга, будет ли дуальность, условно говоря, психологическая между мужчиной и женщиной, условно говоря, совместимость, прослеживаться через определенные, опять-таки, через вот томограф, который будет видеть очень на молекулярном уровне и будет понимать, что эта структура мозга у мужчины подходит к этой структуре мозга у женщины, или будет молекулярно, и это не будет разрушаться, да, через 2 или 3 года. Или так. Понятно. Ну, с мышами, полевками это полная ерунда. Я знаю эту работу прекрасно. Да. Для того, чтобы делать такие выводы, нужно сделать одну очень простую вещь. Нужно провести минимум в несколько десятилетий, или там хотя бы в 10 лет, исследований, причем с генной дактилоскопией всех мышей и всех потомков. Этого было, не было сделано. То есть это как бы... Это необходимо сделать? А для того, чтобы проверить, они действительно моногамны или нет. Это же необходимо сделать проверку, я вам обещаю. Да, это так вот сделать, я эту работу знаю, она липовая, потому что ребятам дали деньги на исследование полового диморфизма дофамина, они не знали, как это приснуть. Взяли вот эту модель, которая очень... 1D2 это правильно, есть такие, да? Есть, но они не обладают такими особенностями дофамина, это достаточно неспецифическое соединение в мозге, и связывать его с такими конкретными функциями просто невозможно. Но исследование сделано некорректно, потому что потом не отслежены, ничего не проверено. Это голословное утверждение построено на том, что кто-то когда-то сказал, что они моногамны. То есть это ерунда полнейшая, потому что, ну, классический моногам у нас – это соловей, вот, который сейчас поет, да, прекрасно. И там каждый соловей, почему он так громко орет? Он отгоняет всех самцов. И вот он самочку себе нашел, гнездышко у них есть, детишек они сделали, и он дальше охраняет и денно, и ночно, и по ночам даже поет. Почему? Охранять свою любимую самку. И для того, чтобы только его потомки были в этом гнезде. Ну и что? Вот он не спит, бедный, ни днем, ни ночью. Днем и детей кормит, и самку охраняет, и ночью поет остервенело. Начинают брать детей из его гнезда, делают генетический анализ, треть не его. Потрясающе. И что? Вот понимаете, без проверки на потомков... Телезрители отчаются, перестанут пасти своих жен, понимая, что это абсолютно... Ну, это невозможно. Чтобы брать анализ на ДНК после рождения. Да, после кажется вообще, да, просто. Потому что вот уж соловей, уже лучшего охранника и лучший моногамный как бы... Я думаю, что лебеди самые такие моногамные. Ну, лебеди тоже, но вот соловей, они просто такие бойцы. Понятно. Но как вам кажется, вот после того, как осуществится ваша мечта, и все-таки будет построен вот этот томограф сверхвысокой точности, могут ли быть также, опять-таки, отслежены люди, которые, да, по структуре, да, мозга, да, подходят, да, друг к другу, чтобы люди не парились, по 3-4 брака, да, себе не заводили, да, а вот мозг подходит, все, это вы... Да, тогда просто дело в том, что когда мужчина и женщина встречаются, пока у них половые гормоны действуют, они делают скидки на понимание слов, на понимание смыслов. Они все время пытаются друг к другу приспособиться. Цвет разный, воспитание разное, образование разное. Они, структуру мозга разная. Они не вкладывают в одно и то же понятие, там красное, там зеленое, в очень простые вещи, очень разные смыслы. И они договариваются, пока уровень гормонов высок. Пока они собираются спариваться и, так сказать, получать удовольствие от этого занятия, они договариваются. Как только это прекращается, превращается в обыденное занятие, значение слов начинает вылезать. И понимание этих слов, и переваривание их делают разными людьми очень быстро. Поэтому, а почему разный смысл в словах? Потому что они обрабатываются разными структурными элементами мозга. Поэтому, конечно, было бы с высоким разрешением, было бы главным делом, я думаю, первое, не гениев искать, не этих терминаторов выращивать из солдат, а первое и главное – это такую фигню поставить перед ЗАГСом.
где запись акта гражданского, где люди выходят замуж, женятся и прочее. И проверять, сунул голову, но вы вроде подходите вот друг к другу более-менее конструкционно, сходно. А хоть сейчас, хоть чуть-чуть хотя бы понятно, как вот эти схожести могут, на чем как бы... Они... Нет, на чем понятно, там главное это будет ассоциативное, речевые ассоциативные и тонкая двигательная моторика. Вот если эти области будут более-менее... А хоть сейчас, хоть чуть-чуть хотя бы понятно, как вот эти схожести могут, на чем как бы... Они... Нет, на чем понятно, там главное это будет ассоциативное, речевые ассоциативные и тонкая двигательная моторика. Вот если эти области будут более-менее сходны по конструкции. А, то есть по схожести, не по взаимодополняемости? Нет, по схожести. И тогда шансы лимбические системы. Ну, там, вы знаете, что женщины, очень многих называют там истеричками, психопатками и прочее. У них огромный просто комплекс, там тот же самый гиппокамп, который никакого отношения к навигации не имеет. Это комплекс лимбической системы. Или агрессии немеренной. Там миндалевидный комплекс, мой шеф как раз в свое время изучал его изменчивость, он может быть различаться в 3 раза по объему. И речь идет о сотнях миллионах клеток. И, соответственно, одного агрессивное поведение, другого нет. Но если мы женщину с мужчиной, агрессивную женщину, неагрессивного мужчину соединим, но она будет его все время это бить скалкой по голове. Ничего хорошего. В конце концов, он заточит ножик, ну и поступит с ней как положено. То есть это ничего хорошего не будет. А если мы более-менее одинаковы, это то, что в психологии называется психотип. Но этот психотип демонстрируют люди умышленно, тот, который хотят. А здесь реальная структурная основа поведения человека. И когда такая штука будет создана, конечно, и браков вот этих разводов уменьшится, и все остальное. Потому что найти человека при такой изменчивости мозга, близкого тебе, хотя бы по понятийному аппарату, задача архисложная и зачастую невозможна. Значит, насколько эволюция мозга человека, историческая эволюция, так или иначе может быть сравнима с взрослением мозга в период там, одной жизни человека? Очень сильно сравнима. Угу. Дело в том, что как раз у меня есть специальная книжка, она недавно вышла, в прошлом году. Презентация была в начале этого года. Книжка называется «Морфология сознания». О чем речь идет? Первая книжка охватывает период от внутриутробного оплодотворения и кончая началом полового созревания. И, собственно говоря, как раз эволюция человека, она очень сильно отражает эволюцию и биологическую. Действительно, но если мы там посмотрим на ранний эмбриогенез, там даже вопросы ко мне приходили, там вот, а где доказательства того, что мы как бы часть животного мира? Ну как, ну жабры у кого? Жаберный аппарат у человека закладывается, и через него распределяются масса эндокринных... Вот да хвост в треть тела. У нас хвост в треть тела. Если бы мы с таким рождались, было бы ходить неудобно, он бы висел бы ниже пяток. У нас в треть тела хвост закладывается. Просто потом, за счет роста и за счет его резорбции, он у нас втягивается и превращается в копчик. Это все есть. То есть в этом отношении морфологическая эволюция, она полностью соответствует нашему индивидуальному развитию. И кора того же самого мозга сначала закладывается, как у эмбриона у человеческого, закладывается как тоненькая полосочка клеток, ровно как у черепах, крокодилов и ящериц. И никак иначе. И только потом начинается формирование слоев. То есть у нас все происходит то же самое, что происходило в нашей эволюции, только в сжатом, укороченном по времени. Нейробиолога одного сказала, я никогда в жизни не поверю, что даже замеряя лет от одной клетки мог получиться такой сложный организм, как человек. Он сказал, ну, голубушка, ну вы же прошли этот же путь только за 9 месяцев. Приведу один пример. Вот недавняя работа. Да. В которой западные ученые провели серьезные исследования, показавшие, что есть признаки, причем это много работ подтвержденных, есть признаки паркинсонизма, то есть биохимические изменения, которые можно получить в кишечнике. Из кишечника, взяв кусочек кишечника, можно посмотреть, найти там соединение определенного типа, которое характеризует появление внутри мозга признаков паркинсонизма. Понимаете, это серьезная вещь, это серьезная диагностика. Потому что делать дырку в голове и брать оттуда кусочек, это, ну,
скажем так, мягко говоря, сложновато. А вот с помощью катетера зайти анальным способом, взять, выщипнуть кусочек, это запросто, там быстро эпителий нарастает. Как могло случиться такое, что важнейшие биохимические изменения, связанные с паркинсонизмом, возникли, прошу прощения, ближе к анальному проходу, а не в мозгах? Между мозгом, между нервной трубкой и кишкой существует кишечно-мозговой канал. Сейчас у кого-то есть из животных? Нет, у всех животных она появляется в развитии, а потом исчезает. Понятно. У человека это кишечно-мозговой канал, он открытый. То есть это значит трубочка здесь, трубочка кишки, здесь полосочка, и они в этом месте как раз открыты. Потом он разрывается, зарастает, и анальный канал формируется отдельно. Но это есть. И вот этот эволюционный признак древнейший, который просто еще заря появления позвоночных, он позволяет нам сейчас при диагностике паркинсонизма использовать такой подход, чтобы его установить. То есть знание эволюционных признаков происхождения формирования центральной нервной системы дает колоссальные диагностические инструменты, в том числе в прикладных вещах. Уж чего прикладнее паркинсонизма, который возникает в старости огромного количества людей. Хорошо, если, людей. Например, проследить историю развития мозга, эволюцию мозга, и периодизация взросления человека, то примерно, в каком возрасте сегодня находится человечество с точки зрения развития мозга по каким-то признакам внешнего поведения? Да, человек проходит все те самые признаки. Например, ребенок. Когда он только-только созревает, вы знаете, у него начинают хватательные рефлексы. Они хватают все так же, как низшие приматы. Учатся, то есть они учатся. Потом у ребенка долгое время мозг работает таким образом, что до 6-7 лет кора только формируется. То есть вот эта лимбическая система, о которой я говорил, то есть та, которая определяет инстинктивно-гормональную регуляцию поведения, формируется первой, а потом только кора. 6-7 лет, начиная до 6-7 лет, корой почти они не пользуются, она только растет. То есть, и вот в этот момент и начинают включаться чисто человеческие характеристики, социальные навыки возникают, социальные инстинкты запоминают. Есть же еще одна очень важная вещь, которая говорит о том, что механизм раннего развития влияет на дальнейшее поведение человека больше, чем что бы то ни было. Дело в том, что у нас, я уже об этом говорил многократно, система подкрепления поведенческого построена на наркотиках. Этот фокус. Значит, в чем дело? Если вы ленитесь, воруете деньги, а не зарабатываете, если вы, там, скажем, осчастливливаете много чужих жен и прочее, прочее, система закрепления с помощью опиоидов у взрослых практически отсутствует. Вот в чем ужас. У нас она связана только с творческой работой, когда образуются новые отростки у нейронов. Только морфогенез стимулирует появление опиоидного комплекса генов. А в раннем развитии они в норме появляются. И поэтому, если ребенок в 3-4-5 лет, 6-7, там, видит бог знает что вокруг себя, то есть ужасы всякие, и он там его приучают стрелять, еще что-то там. Это подкрепляется второй системой внутренних наркотиков, эндоопиоидами. То есть это два страшных самых распространенных наркотика на нашей планете. Каннабиоиды. Дети как бы зомбируются этими наркотиками. Да, да, конечно. И если вы его помещаете в раннем детстве в такие условия, у него работают две наркотических системы подкрепления, которые его необратимо меняют. Отсюда столь велико значение раннего развития. Да. Именно поэтому в Советском Союзе, когда он образовался, что делали, как изменили религиозное сознание всей страны? Религиозная была страна. Да. С яслей. Зачем государство, которому нечего было кормить население, вдруг стало создавать, вдумайтесь, детские ясли, детские сады, и потом всячески загружать детей в школе. Для чего? Для того, чтобы их выдернуть из семьи в самом раннем возрасте. И еще не понимали ничего ни про каннабиоиды, ни про опиоиды, но знали, что если ты хочешь воспитать другого человека, ты должен ее извлечь из традиционной среды обитания. Они выдергивали в ясли, в сады и формировали. Это история. Да. Джары таким образом воспитались в Османской империи. Во всем мире, да? Да, начиная с древних греков, там персов брали детей в специальные лагеря, и там только насилие, только там меч, да, убийство. Да. И вплоть до, кстати, системы суворовских школ, когда берут еще подростков и так далее. Чем раньше берут, тем лучше получается. Профессор Савельев, шукран лак, ва фи аль-халка аль-кадима санаджибу ан асилати аль-мушахидин. Шукран. Ва ана ашкурукум аля аль-ихтимам, ла сияма мин кибали аль-мушахид аль-араби.
مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور سيرجي سافيليف تعبدون الأسبوع القادم مع حلقات جديدة فحتى ذلك الحين ها هو خالد رشدي يحييكم من العاصمة الروسية موسكو دمتم في أمان الله وإلى اللقاء